смотрите, какая она красивая. У нее здесь ролики и такой бантик. На него нажимаешь, и играет музыка. Смотрите, здесь можно нажать. Ничего себе. Обалдеть. Вот такой вот огромный. Я его даже не могу удержать на руках. Ой, закрыл глаза. Закрыл. Это видео будет называться «Что попросить у Дедушки Мороза на Новый год». Сегодня мы будем смотреть игрушки для мальчиков и для девочек. Пошли уже посмотрим. Я попал в Лего-рай. Мальчишки, сначала посмотрим Лего. Смотрите, какой гигантский набор Nexonite. Смотрите, это от 9 лет до 14. Интересно, сколько тут деталек? Тут есть даже главный герой Тучка. Давайте посмотрим, что сзади. Смотрите, да, тяжелый. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Ребята, смотрите, какая клевая машина. Здесь есть какой-то каменный дракон, такой маленький робот и камень. А вот здесь уже есть Лего-ниндзяго. Смотрите, какой прикольный дракон. Он механический, и здесь есть еще Сенсей Ву и Ллойд. Смотрите, какой набор Лего-техник. И еще один. Это какой-то танк на пульте управления. Давайте спустимся ниже. Ребята, я попросила у Дедушки Мороза вот этот набор. Я его очень долго ждал. И еще вот этот. И вот этот. И вот этот. И вот этот. И вот этот. Все попрошу. Мое. Смотрите, Халк обычный и красный. Интересный набор. Смотрите, а тут вообще какой-то космический корабль. Посмотрите. Это язык. Смотрите, какая прикольная машинка. Вот. Ребята, смотрите, какой большой набор. Это маяк. Тут есть летящая деталька. Смотрите, какой мотоцикл BMW. Ого, он тяжелый. Обалдеть. Точно попросил у Дедушки Мороза. Прикольный. Смотрите, Лего Майнкрафт. И еще. Ведьма. Я попала в царство кукол. Смотрите, здесь есть и русалочка. Вот, смотрите, вот. И русалочка, и Белль есть, и София Прекрасная. Вообще все, наверное. И Рапунцель вон есть. Смотрите, а еще я вам хотела показать. Вот, смотрите. Помните? Олененка из Крыжиное сердце. Вот. Помните? Смотрите, здесь есть Свен и Анна. Вот, а еще мне больше всего нравится этот маленький-маленький снеговичочек. Такая красивая, я бы хотела, чтобы мне ее Дедушка Мороз принес. Пожалуйста, Дедушка Мороз, принеси мне такую куколку. И сейчас смотрите, Олаф, я вспомнила, как его зовут. Олаф, смотрите. Это какой-то кукольный праздник. Thank you.
хочу такую куколку. Смотрите, какая она красивая. У нее здесь ролики и такой бантик. На него нажимаешь, и играет музыка. А еще вот здесь какая-то кнопочка. Я видела серию, очень классная серия, где они с Барби попали в игру какую-то. Вот с ней идет шлем, и она на роликах катается. Смотрите, здесь есть 1, 2, 3, 4 куклы, которые мне очень нравятся. Особенно вот это, потому что я очень люблю такие платья. А, и вот это очень нравится, потому что у меня джинсовый комбинезон. Очень красивый. Вот, и там что-то можно делать, по-моему, наряды и клеить на них наклейки. Класс. Видите, вот здесь вот наряд и клеить на них наклейки можно. И на комбинезон тоже можно наклеить наклейки. Классно. А здесь, о, молодец, смотрите, какие у нее длинные волосы. Здесь, наверное, можно ей прически разные делать. Класс. Прикольно. Я бы себе вот такой вот хотела, вот такой. Здесь еще куклы из Monster High и Ever After High. Вот здесь еще есть вот такая вот, не знаю, это из Monster High кукла. Но вот здесь вот у нее тоже есть такая кнопочка, алмазик. И она поет. Вот. Вот, у нее очень красивый наряд, и в руке она держит микрофон. Смотрите, здесь есть Дракулаура, и ей можно плести разные косички. Вот здесь вот показано, как можно плести. Смотрите, какие красивые прически. Еще ей можно вплетать еще дополнительные волосы. Очень классная кукла. И здесь очень много аксессуаров. Смотрите, кого я нашла, Кена. У меня вообще не было ни разу Кена. Я очень-очень его хочу. Вообще, Дедушка Мороз, пожалуйста, принеси мне Кена. Я так его хочу. Это из новой серии. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мальчики, выбираем игрушки. Смотрите, Hot Wheels. Я вот такого у Дедушки Мороза обязательно попрошу. Это, кажется, Скорпион. Но немножечко похож на дракона, потому что у него здесь крылышки. Смотрите, здесь можно нажать. Ничего себе. Обалдеть. Точно попрошу. Давайте посмотрим, что делает акула. Смотрите, здесь еще есть паук. Смотрите. Не, ну мне больше понравился вот этот. Давайте посмотрим, что делает паук. Я не ожидал такого. Классный. Смотрите, здесь еще есть, кажется, змея. Прикольная. Ничего себе. Как будто кого-то кусает. Наверное, эту тоже попрошу. А вверху поменьше машинки. Смотрите, это Скорпион. А, нет, это дракончик. Только у него кнопочки нету. А, нет, смотрите. Летает. И рычит. А это кто, крокодил? Да, наверное. А эти, видимо, ездят. Вот так, да?
кто это делает? Тут написано мутант. Это какой-то крокодил или что? Давайте посмотрим. Прикольная, только она очень медленная. Она как будто поет. Ребят, смотрите, это Hot Wheels тачки. Маквин. Смотрите, весь в грязи. Прикольная. Смотрите, это что за машинка? Это... Смотрите, а это что? Прикольно. А вот тоже такой же Маквин. Ой, закрыл глаза. Закрыл. О, а вот эти вроде бы вот так вот. Да, они вот так вот как-то. Это специально для этих наборов. А вот этот метр. Он ничего не делает, просто ездит, наверное. Смотрите, в этой стороне тоже есть что-то. Смотрите, какой большой. Здесь Маквин. Это такое колесо. А вот смотрите, какой классный набор. Здесь этот Маквина, ну, который его Макс. Прикольно. А это кубок поршня. Ладинка, но тут только Маквин. Я в мягком царстве. Смотрите, здесь Мишка такой в таком платьичке красивом. Мне очень понравился такой пингвиненок, и еще здесь Зайка в таком платьичке. Я попрошу у Дедушки Мороза все эти игрушки, чтобы я утонула в комнате у них. Девчонки, я давно мечтала о таком мишке. Дед Морозик, пожалуйста, подари мне такого маленького мишку. Иди ко мне, маленький медвежоночек. Вот такой вот мишка. Я его даже не могу удержать на руках. Ой, будешь со мной ходить вот так. Ой, смотрите, кого я нашла. Смотрите, такой. Так. Вы нас смотрите, вы подписались на наш канал. Нет, тогда обязательно подписывайтесь. Еще есть такой же серенький, только он поменьше немножко. Мне больше голубенький нравится. Вот, пойдемте дальше. Какой Обалдеть! Такой хорошенький! Давайте его закажем на Новый год! Ой, смотрите, какой он красивенький! Я нашла вот такую собачку из серии Furreal Friends. И у нас есть тоже такая же кошечка. Если вы не видели нашу кошечку, то посмотрите обязательно наше видео. Вот смотрите. Она гавкает, лает. У нее здесь высунутый язычок. Смотрите. Вот. Еще здесь есть вот такая вот кошечка. Мне она тоже очень нравится. Здесь с ней идет в комплекте корм и поводочек. Ее можно выгуливать и давать ей корм. И она может какать и писать. Вот.
Ребята, смотрите, я нашла шляпника из «Алисы в стране чудес». Смотрите, Дедушка Мороз, пожалуйста, пожалуйста. Я так его давно хотела, постоянно сюда приезжала и все смотрела на него. Здесь еще стояла Алиса, но мне больше шляпник нравится. Девочки, смотрите, здесь есть лоу-сюрпризы, но они стоят 400 гривен. Это как бы большая цена для такой маленькой-маленькой куколки. Ребята, смотрите, какой грузовичок. Отсюда выезжают машинки. Смотрите, это кто такой? Черепушка какая-то. А вот какая-то машина Капитана Америка. Ребят, смотрите, набор Лига Справедливости. Здесь нарисован еще Бэтмен. И вот все значки. А наверху наборы и всякие машинки. Смотрите, наверху есть динозавр, акула. Даже есть лаборатория. Вон дракон. А вон еще какая-то штучка. Лифт, кажется. Смотрите, какая машина. Смотрите, здесь есть наборы с машинками. Самолет даже есть. Вертолет. А вот это специально для машинок, чтобы перевозить. Она вот так вот встает. И сюда можно машинки. Ребята, я попрошу точно у Дедушки Мороза такой вот набор. Это какая-то настольная игра. Тут какие-то есть лунки. И здесь еще какая-то интересная машинка. Не видел никогда такую. А здесь еще что-то. Посмотрите, куча дорог. Но одна машинка. А это наборы с Легом. Смотрите, детальки Лего. Прикольный. Надо бы тоже попросить. А вот это точно надо попросить. Очень классный набор. Только жалко одна машинка. Заказала себе трех собачек. Самые красивые собачки у меня. Ну все, я вас беру. Все, пойдем. Смотрите, каких я миленьких зверяток себе нашла. Смотрите. Боже мой, что за ужас? Какой-то ужас. Это целая серия Fasty Pets. Смотрите. Какой миленький. Сначала такой, кажется, такой хорошенький. А потом такой... Я типа сейчас укушу. Вот такие. Такие сначала хорошенькие. А потом такие... Заберу. Ребята, смотрите, Нёрф. Смотрите, есть такой элит. Такой оранжевый. Посмотрите, это что? Снайперская винтовка какая-то. Так, а, нет, это вообще что-то непонятное. Чё себе? Смотрите, сколько здесь еще патронов есть. Посмотрите на это. Ой, даже не сравнивайте. Посмотрите, это точно что мега. Смотрите на этот барабан. О, вот такой бы неплохо бы. Мега тоже. Я вот такой вот арбалет хочу. В этих пистолетах есть баночки и мишени. Даже прицел есть. Смотрите, это кто такие? Вау.
я не понимаю. Что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Смотрите, каких я нашла красивых троллей. Обалдеть, я еще такого набора вообще никогда не видела. Вообще очень прикольный. Здесь им можно тоже очки, к ним идут аксессуары разные. Очень классный набор. Смотрите, какой здесь красивый домик. У меня столько дома кукол, но я все строю и строю домик из коробок и всего этого, но у меня никак ничего не выходит. Дедушка Мороз, подаришь, пожалуйста, такой домик? Пожалуйста. Здесь есть, по-моему, и бассейн, и лифт даже есть. Обалдеть. Я такой, кстати, видела. Очень классно. А еще, смотрите, я очень хочу из новой серии... яхту такую. Вот. Для Барби. Смотрите, здесь она такая классная. Здесь есть 4 сиденья. И здесь даже движется жуль. Спасательный жилет, маска, крем для загара, камера и, как же, без двух коктейльчиков. Смотрите, какие миленькие куколки. С мышкой, с зайчиком. Со всеми, со свинкой даже есть. У них такие глазки такие. Мне очень нравится вот мышонок. Ребят, может, вы мечтали о трансформерах? Я тоже мечтаю. Смотрите. Это и трансформеры, и машинки. Смотрите, сколько их здесь много. Бамблби. Здесь. Наверное, самые большие из этих. Смотрите. Такие прикольные глаза. Кстати, вон на пульте управления. А вот здесь тоже, смотрите, какие классные. Смотрите. Давайте нажмем. Так. Вот там что-то шуршит. Смотрите, я подумала, не возьмусь глаза. Так, давайте. Прикольно. А, ну. А это все? Смотрите, какие прикольные. Но эти, кажется, просто пластмассовые. Ребята, смотрите, Бамблби. Прикольный, хотел бы поиграться. Смотрите, Оптимус. Смотрите, Мегатрон, он плохой. А вот мой самый любимый. Это динозавр. Классный, хотела бы такого. Дедушка Мороз, подари мне такого автобота. А это наборчик, миленький, да? Боже мой, я не могу туда смотреть. Это что? Стильш. Надо изучить. Как же я люблю пупсиков. Вот это моя принцессочка. Вот такая вот и вот такая. Еще вот такая. И еще вот такая. Им все нравится.
Еще здесь очень много. Ой, смотрите, какие маленькие. Смотрите, здесь есть еще вот такие маленькие, прималенькие лялечки. Наверное, для Барби. Еще здесь есть вот такая вот. Она очень похожа на Бэби Бёрн, но это не совсем Бэби Бёрн, просто немножечко другой Бэби Бёрн. А я бы хотела вот такой вот набор. Вот. Здесь очень много таких, как живых куколок. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу, что я очень и приочень хочу. Смотрите. Я хочу вот такое вот. Здесь есть как бы и укладывать ребеночка спать, и кормить его, и там пеленальный столик можно сделать. Вот такой вот я очень хочу набор. Вот эта куколка, ее можно красить и причесывать. Ей можно делать разные прически и разный макияж. Еще здесь есть вот такая вот куколка, я ее тоже очень хочу. Ей даже маникюр можно делать. Я люблю делать прически и делать макияж. Дедушка Мороз, мне же надо будет что-то готовить своим куколкам, которых ты мне подаришь. Смотри, здесь такой наборчик, который я очень-очень хочу. Пожалуйста. Здесь, видишь, я все могу готовить для своих куколок. Они все будут кушать. Ребят, я уже нашла у себя подарочек. Ничего себе, Илюшенька, ты выбрал себе. Ой. Даже не можешь поднять. Ребят, смотрите, какая классная машина. Это BMW. Машина будущего. Интересная. Смотрите, какой у нее пульт. Ребята, смотрите, какой здесь Ford GT 500. И Bentley. Даже джип есть. Hummer. И Lamborghini две. Вот, это что? А, это же этот, Bugatti, вот. Ребята, у нас небольшие глазки. Смотрите, черепашка. Если сделаю так, она как будто грустит. Смотрите. Смотрите, грустит. Грибы. Тюленчик. Ребята, а кто себя плохо вел в этом году, к тому придут вот такие звери. Они похожи из Крампуса. Дедушка Мороз, пожалуйста, принеси нам подарочек. Пожалуйста, пожалуйста, мы будем себя очень хорошо вести, слушаться родителей и получать в школе хорошие оценки. Ребят, ну вот и закончилось наше видео. И если вам понравилось, то ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Вам обязательно принесет тоже Дедушка Мороз подарки.